Уважаемые сотрудники полиции и ветераны милиции, поздравляю вас со столетием образования органов внутренних дел Чуваши. Спокойная обстановка в республике, безопасность и доверие населения – это результат вашей работы. Безусловно, фундамент стабильности и эффективности работы МВД по Чувашии, профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям сотрудников полиции. Каждый из вас вне зависимости от звания и должности вносит в свою лепту в укрепление общественной безопасности и законности на территории республики. Спасибо вам за это. Особенно хочу отметить ветеранов органов внутренних дел республики, которые годами нарабатывали опыт в борьбе с преступностью и охране правопорядка, чтобы передать его нынешнему поколению сотрудников МВД. В этот Памятный день, примите самые теплые поздравления и слова глубокой благодарности за ваш героизм, мужество, отвагу, честный и добросовестный труд, образцовое исполнение служебного долга. Желаю успехов в нелегкой и опасной службе, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.